Михаил Владислав! Есть! Где он? Михаил Владислав! Это футбольный фанат, хулиганы, отмороженные убийцы. Любит подраться на улице, приехал с бандой дружков слева. А слева, если мне память не изменяет, начни справа от меня. Силовых машин, по-моему, да? Или ты с турбином установил? Силовые. Силовых машин турбины собирает. Вот этот парень справа работает механиком, а мечтает стать актером и каскадером. Правильно? Поаплодируйте ему, отличный простой поставок. Парни, правила помним, не нарушаем. Берёмся активно, до конца. Времени нет, судей нет. Я на боях сейчас поеду, может быть. И только время решит, кто из вас победитель. Пожмите друг другу руки и по углам. Давай за брата. Поехали, готов? Готов? Мы поехали! Давай. Что, давайте поддержим. Простые пацаны! Держали, кто не спадал на футболом. Убить, да, начинай. Молодец. Не отворачивайся. Отворачивайся. Смотришь на него и бьешь. Давай, терпи. Работай, Вань. Давай. Ногу ставь, ногу, хорош. Давай. Забегай. На него накатывай. Ты готов? Вань, ноги. Ну, отжимай. Бей. Бей! Голову! Работай! Голову отсни! Отсни голову и бей! Давай дальше! Дыши! Души! Души! Давай! Ноги! Давай! Убить-то! Горячо было. Механик молодец! Итак, спортсмены на середину. Капота. Одевайся, слышишь, сразу одевайся. На середину. Давай. Со своих углов заходишь. Ну где ты потерялся? Я вам пропал, так пространство, я правда не потерял. Так, ну, слышишь, нет? Насколько приперся сегодня. Врывался весь день, конечно, и в этом поединке победу одержал спортсмен справа от меня. Аплодируем. Пару слов. Сопли вылезли, все? Нет? Да, сопли вылезли. Вообще не могу просто. Говори со камерой, он это снимает. Здрасте. Мне все понравилось, в принципе. Мы отморозки такие, надо бить. Надо уйти. Все хорошо. Это стрелка! Вау! Расскажите, у нас уже не первый раз. Сегодня как? Как обычно? Ну, сегодня, да, ты проиграл. Спасибо. Ну, спасибо. Без поражения нет побед. Вот. Ты вышел, ты не первый раз. Молодец. Достойный был поединок, были удачные моменты, но сегодня... Красавчик! У спортсмена... Богиня победы была на его стороне. А что, вы все? Давайте. Да молодец.